Около 900 миллионов рублей. Таков экономический итог участия наших предприятий в международных экспозициях в прошлом году. Предыдущий выставочный сезон эксперты называют успешным. Свою продукцию мы представили почти на 30 мероприятиях и для жителей 15 стран. Однако планы на этот год еще более глобальные. В календаре участие в 4 десятках выставок, есть и новые направления. Ожидается, что весной отечественные компании продемонстрируют свой ассортимент на площадке в Мексике. И хотя логистика непростая, интерес к латиноамериканскому рынку большой. С особой гордостью мы представляем зарубежным партнерам наши продукты питания. Молочные, мясные и кондитерские изделия всегда получают высокую оценку жителей других стран. Есть уже перечень и календарь всех выставок, где мы участвуем. Большинство из них это все-таки пищевые выставки, потому что сегодня у нас пищевая промышленность, она высоко развита, она интересна, она соответствует мировым своим конкурентам, поэтому она очень конкурентоспособна и интересна для покупателей и для международных участников. Кроме того, что Беларусь принимает активное участие в международных выставках, мы и сами планируем в 2025 году стать площадкой для проведения масштабного форума «Иннопром».